Паэля – яркое, вкусное, ароматное испанское блюдо, готовить которое, ну, проще некуда. Итак, берем овощи, которые нам захочется. Конечно же, есть большой подробный рецепт на канале Олаф.ру в Ютубе. Я буду рад вас там видеть, но в данном случае он вам нафиг и не нужен, потому что готовить здесь можно из чего угодно и как угодно. Главное – немного, не слишком много овощей. И я буду делать это не только с морскими гадами, но и с мясом. Вот, обжарил мясо, добавил туда вот этих вот замечательных овощей, где-то грамм 100 вина, пусть это все выпарится, теперь добавляем морских гадов, все это перемешиваем, сразу же добавляем рис, добавляем куркуму, перемешиваем, заливаем водой и томим на небольшом огне, пока это все не приготовится. Достаем и наслаждаемся. Я сверху положил, видите, еще немножко для красоты морских, опять же, гадов и немножко зелени. Это просто, это вкусно. Ешьте с друзьями, готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом. До новых встреч!